В комплексе «Согласия» в Заводоуковском округе стартовала уборочная кампания. Производство здесь свиноводческое, поэтому на поля выходят немного позже других хозяйств. Потребности в зеленой массе нет. Начали с уборки бобовых. Сейчас обмолачивают горох. В первый же день убрали порядка 200 гектаров. Это 700 тонн. Работает 26 единиц техники. Если погода позволит, в течение 5 дней работу завершат. Далее перейдут к уборке зерновых.